Сила, гибкость, координация. Акра-йога сочетает в себе асаны и акробатические элементы. Поскольку в создании позы участвуют двое, необходимо доверять друг другу. Многие ребята пробуют себя в этом стиле йоги впервые. Сейчас участники форума изучают основы, прорабатывают некоторые элементы, учатся держать баланс, правильно ронять напарника, если что-то пошло не так. В процессе занятий ты начинаешь очень сильно доверять партнеру, и мне так кажется, людям в целом, потому что я уже, наверное, думаю, я могу стать с кем-то другим. Во-вторых, очень сильно физическая подготовка на самом деле улучшается, особенно у базы, в плане того, что ножки очень сильно качаются, и в целом я, наверное, даже хотела бы походить в дальнейшем на это все. На последнем занятии его ведущие показали, чему участники смогут научиться, если посвятят этому стилю йоги несколько лет. Программа слета молодых специалистов была насыщенной. За 3 дня ребята успели пройти веревочный курс, психологический тренинг «Тайна твоего выгорания», решить кейсы по наполнению городских пространств «Вам решать». Научились ловить яркие моменты участники на мастер-классе «Мобильная фотография». Что мы снимали? Мы ходили по лагерю и искали какие-то атмосферные штуки, то есть мы совмещали природу, которая здесь очень красивая, и совмещали какие-то объекты жизнедеятельности человека, то есть дома, заборы, башни, еще что-то, то есть чтобы привлечь какую-то, не динамику в кадр, но какую-то интересную точку зацепления для внимания. Молодой специалист, спорт, красивый город и свободное время. На такие тематические блоки разделили вопросы главе города Алексею Сафонову и председателю городской думы Антону Ульянову. Общение прошло в легкой, непринужденной атмосфере. Вопросы встречались разные, как личного характера, о свободном времени, любимых видах спорта или памятных местах Сарова, а также общегородских. К примеру, как оценивают украшения улиц к Новому году? На самом деле мы стараемся. Понятно, что тяжело спорить с городами-миллионниками, с городами-триллионерами, но тем не менее какие-то и фишки, и изюминки мы находим. Там вот в этом году, я не знаю, удастся, не удастся, прям очень много усилий вложили, чтобы привезти Деда Мороза на мотоцикле. Вот никак он не доедет, а может уже доехал, я просто не видел. Вот надеюсь, он будет. Завершили встречу и сам форум коллективной фотографией. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.